Новогодний движ в Парке Победы продолжается. В выходные там прошел день снега, и хотя природа по-прежнему не богата на осадки, юным горожанам было не скучно. Поехали! Недавно открывшийся в Орехово-Зуеве Парк Победы стал не просто местом для прогулок, но и настоящим центром активного отдыха всех горожан, особенно юных жителей. Все выходные дни молодежный клуб устраивал для них мероприятия. Со 2 по 6 плотно каждый день мы здесь, так сказать, работали, устраивали конкурсы различные. Площадка, можно сказать, новая в таком виде, но... Мы уже для себя поняли и сделали выводы, что для жителей, для нас это уже действительно традиционная площадка. Снег в этом году большая редкость, но организаторы не отчаялись и все-таки решили провести праздник в его честь. Весь инвентарь по-настоящему зимний. Участников разделили на 3 команды. Каждое задание требовало от них слаженной работы. По итогам определили самых дружных, ну а без подарков никто не остался. Сладкие призы получили все, кто решил провести свой выходной день в Парке Победы. Следующие активные выходные запланированы уже на это воскресенье. Здесь пройдут крещенские забавы. Thank you.